обращение, а намерение. Или заявление. У нас в стране право заявительное. И поэтому даже пенсию не получишь, если не напишешь заявление. Так что мы заявляем. А это и есть видеообращение, это видеозаявление. Видеозаявление дубль один. Верхневолжское авторское общество. Общественная организация, призванная для оказания доступной правовой помощи авторам города Твери и Тверской области в правовой защите их интеллектуальной собственности, включая объекты промышленной собственности, авторские произведения в области науки, литературы, искусства, музыки и других областях интеллектуальной деятельности. Ходатайствуем перед вами Нейла Хайдаровна в оказание содействия, развития, создания благоприятной социальной среды, консолидации лиц, представителей творческой и научной элиты, представителей ВПК СССР, нынешних авторов научных открытий. Сегодня Верхневолжское авторское общество представлено в интернете, используя новые блогерские технологии и результаты исследований трудов в области психосемантики и лингвистики, формирует позитивную информационную среду, представляет труды и продукты интеллектуальной деятельности Тверского региона в международном сообществе. Общество располагается фактически в городе Твери, улица Коминтерна, 102/47, офис 235. До недавнего времени финансируемое частным предприятием ООО «Басаргин», что прекратило свою деятельность, хозяйственную деятельность вследствие экономического кризиса. Оказать социально значимую помощь в предоставлении места пребывания без взимания ренты за оказанные услуги субаренды помещения безвозмездно, проявив тем самым высокую гражданскую и социальную ответственность бизнеса, что без сомнений будет отражено в благосфере и интернет-сообществе. Со своей стороны обещаем обратиться в Департамент экономики Тверской области с заявлением о предоставлении субсидий, возмещении вам затрат, связанных с пребыванием общественной организации на занимаемой ею арендной площади. Может быть полезны существенные минимизации налогового бремени за счет кратной капитализации создания нематериального актива и следствие их амортизации, следствие его амортизации. Его актива, создание актива и следствие его амортизации для всего гостиничного комплекса и ряда иных отраслей хозяйственной предпринимательской деятельности. Также возможно рассмотреть наше заявление о намерении интереса к приобретению доли акций открытого акционерного общества «Турист». Возможно ли это? Спасибо за внимание. Подача информации. Модель квантового запутывания. Есть такое определение – квантовое запутывание. При квантовом запутывании выделяется энергия, что материализует… В общем, там появляется КПД. Пам-п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 ам. Заявление Шевелеву Андрею Владимировичу, заявление губернатору Тверской области, Верхневолжское авторское общество, общественная организация, призванная для оказания доступной правовой помощи авторам города Твери и Тверской области в правовой защите их интеллектуальной собственности, включая объекты промышленной собственности, авторских произведений в области науки, литературы, искусства, музыки и других областях интеллектуальной деятельности. Ходатайствуем перед вами,
губернатор Тверской области в оказании содействия, развития, создания благоприятной среды, консолидации лиц, представителей творческой и научной элиты, представителей ВПК СССР, нынешних молодых авторов научных открытий. Сегодня Верхневолжское авторское общество представлено в интернете, используя новые блогерские технологии, результаты исследований, трудов в области психосемантики и лингвистики, формируют позитивную информационную среду, представляя труды и продукты интеллектуальной деятельности Тверского региона в международном сообществе. Общество располагается фактически в городе Твери, улица Коминтерна, 102-47, офис 235, до недавнего времени финансируемый частным предприятием ООО «Саргин», что прекратило свою хозяйственную деятельность вследствие экономического кризиса. Заявляем о просьбе рассмотрения вопроса о государственной поддержке, субсидировании затрат, несущих вследствие исследований ряда направлений научных изысканий членами общественной организации Тверского оригинального общественной организации Верхневолжское авторское общество и их хозяйственной деятельности. Оказать активную поддержку в развитии политики и инноваций в России. Инновационной политики. Верхневолжское авторское общество создано для оказания шаговой доступности правовой помощи авторам города Твери и Тверской области в правовой защите их интеллектуальной собственности, включая объекты промышленной собственности, авторские произведения в области науки, литературы, искусства, музыки и других областях интеллектуальной деятельности. Доступность правовой помощи в Верхневолжском авторском обществе обеспечивается на основе использования регистрационных налоговых льгот, установленных для правообладателей, авторов и заявителей Роспатентов и российским законодательством, а также дифференцированным регистрационным сбором в Верхневолжском авторском обществе в зависимости от социального положения правообладателей и их уровня дохода. Отличительной особенностью Верхневолжского авторского общества является комплексное решение задач правовой помощи правообладателям при депонировании и регистрации объектов интеллектуальной собственности в национальных и международных авторских сообществах и патентных ведомствах стран мира, а также при ведении объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот включительно. Ранее в ваш адрес была отправлена корреспонденция от физического лица в окно общественной приемной губернатора Тверской области, входящий 036-Б-94-5-7 от 21.10.2011 года. Просьба ответить на него вразумительно содействием. Сегодня общество занимает площадь своего фактического пребывания ресурса актива открытого акционерного общества «Турист» и вынужден перед ним ходатайствовать о нахождении в их здании на безвозмездной основе в качестве социальной ответственности бизнесом перед обществом, в частности научным, фактически. Просим содействия в данном открытом вопросе. Шевелёва Андрею Владимировичу. Всех благ.